Вивилен – это инновационный бренд полимеров с вовлечением вторичного сырья от компании Сибур. Чтобы создать Вивилен для пищевой упаковки, мы вместе с партнерами по всей России делаем большую и сложную работу. За каждым этапом подготовки к выпуску стоят десятки команд. У каждой своя особая задача. Но всех объединяет общая идея – реализовать принципы экономики замкнутого цикла. Новое производство Сибура не просто дарит пластику вторую жизнь, а позволяет сделать это в той же сфере применения – из бутылки в бутылку. Давайте подробнее узнаем, что происходит на каждом этапе создания Вивилен. Переходим к первому этапу – извлечение полезных фракций потребительских отходов и их сортировка. Все начинается с вторсырья. Пластиковые отходы потребителей доставляют на сортировочные комплексы партнеров. Разные потоки отходов перерабатываются на разных производственных участках. Отходы, которые от сетчатых контейнеров, они идут сразу же на ручную сортировку. Отходы, которые у нас едут с мусоровозами, они идут на сепарацию органики и потом также ручная сортировка. Самые чистые отходы – это отходы, которые нам сдают люди за деньги. Это в пунктах приема отходов разделяю сердцем. Тщательный отбор отходов – первая точка контроля качества. Для создания флекса, который будет использован для производства вторичной упаковки, мы используем только сырье из-под напитков. А их сортировка происходит как на мусоросортировочных комплексах, так и уже непосредственно на переработке с участием и машинного зрения, и человеческого. На следующем этапе отходы перерабатываются во флексу. Переработчик бутылок контролирует входной поток сырья и исключает попадание в производство флаконов из-под бытовой химии, бутылок с красителями и барьерными добавками, а также бутылок, загрязненных неорганическими примесями. После досортировки отходы дробятся и превращаются во флексу – сырье для Вивилен. Партнеры Сибура тщательно отмывают ее, просушивают и контролируют качество. Оно должно соответствовать спецификации пищевого класса и быть безопасным для применения в упаковке для продуктов питания. Благодаря развитию самой отрасли, технологии, оборудования, мы увидели, что очень большое количество товаров может быть создано уже из переработанных, ранее использованных изделий. Это экономия наших средств, это экономия природных ресурсов. Следующий этап – входной контроль и подготовка флексы. Поставщики флексы доставляют ее на производственную площадку Сибура «Полиэф», где происходит тщательный входной контроль. С помощью 9 методик, которые были разработаны нашей лабораторией, мы определяем 17 показателей качества, которые очень важны в технологическом процессе. Еще одна точка контроля – дополнительная сортировка и очистка флексы в блоке входной группы производства. Чувствительное оборудование устраняет мельчайшие посторонние примеси. На четвертом этапе мы создаем саму гранулу Вивилен в двухстадийном технологическом процессе. Вивилен, как и первичный бутылочный гранулят, производится через две стадии полимеризации. На первой стадии по специальной технологии смешиваются расплавы вторичного и первичного сырья. Далее из этой полимерной массы получается аморфный гранулят, качество которого контролируется в центральной заводской лаборатории. На второй стадии происходит его кристаллизация и удаление нежелательных летучих веществ в условиях инертной среды и избыточного давления. Для полимера с вовлечением вторичного сырья эта стадия особенно важна, чтобы достичь пищевого качества готового гранулята. Пятый этап посвящен контролю качества перед отгрузкой. Сибур контролирует качество готового гранулята, а также параметры его переработки в изделия – пластины, преформы и бутылки. Требования к качеству нашей продукции Вивилен закреплены в технических условиях, которые были разработаны на нашем предприятии. Для оценки качества нашей продукции Вивилен мы проводим аналитический контроль в нашей лаборатории по 11 показателям, которые транслируются в нашем сертификате качества. Основные этапы контроля качества готовых изделий Вивилен ARPET – это моделирование готовых изделий в Сибур Полилаб, начиная от флексы первичного ПЭТ и заканчивая уже бутылкой как готовым изделием в лабораториях и группе переработки Сибур Полилаб. Готовое изделие оценивается как в преформе, так и в бутылке на физико-механические характеристики, на миграцию веществ, которые могут вносить вторичный контент либо флекса в готовое изделие, на соответствие пищевой безопасности технического регламента Таможенного союза. Благодаря двухстадийной системе контроля мы убеждаемся, что Вивилен стабильно перерабатывается на оборудовании наших клиентов
и производимые изделия соответствуют необходимым требованиям. И, наконец, финальный этап – отгрузка потребителю. Теперь Вивелен может быть доставлен нашим клиентам, и более миллиарда пластиковых бутылок обретут вторую жизнь и вернутся на полки магазинов в виде упаковки для минеральной и питьевой воды, безалкогольных напитков, молока, растительного масла и других продуктов. Так мы понимаем качество, так мы гарантируем безопасность, так мы вместе действуем на благо экологии. Включи цикл экологичного производства вместе с Вивелен от компании «Сибор».